И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи сегодня Альберт Вескер. И сегодня с вами мы будем заниматься разработкой нового арт-заставки для игры, которую мы уже, наверное, сейчас с вами проходим. Я записываю это видео заранее, буду его монтировать. И вы уже увидите его, наверное, после того, как выйдет первый стрим по этой игре. Сегодня, значит, я хочу сделать такой своеобразный... не туториал, если правильно я выражаюсь, о том, как сделать хорошую и, главное, реалистичную арт-заставку, где бы любой ваш персонаж смотрелся очень естественно. Это мой личный, так сказать, метод выпекания таких вот как раз-таки прекрасных арт-заставок. И не только арт-заставок, но и постеров. Это даже такой своеобразный, можно сказать, монтаж вас в любую фотографию. Таким методом я делал очень много арт-заставок на канале у себя. У меня даже есть собственный шаблон моего персонажа, благодаря которому мне не так часто нужно залезать в Blender. Но когда нужно сделать какой-то новый шаблончик, я сначала захожу в Blender и делаю его. Ну, иногда, может, сначала в Paint. Для этой задачи нам понадобятся сегодня две программы. Первая программа, она обязательная. Это Paint. Paint.net, если быть точнее, потому что существует две версии Paint, внутрь установленный сам Windows, он не очень годится. И Paint.net, это прекрасная программа, которая меня полностью устраивает. И вторая программа, ну, которую вы сейчас уже непосредственно на нас, в ваших экранах, это Blender. Программа прекрасная, мне она очень часто помогает. В этой программе я сделал очень много как постеров к моим кинорецензиям, так и много арт-заставок. Многие из них вы даже знаете. Это приключения, это Summer in Mara, это Dishonored, опять же... Тот же самый как раз-таки Dishonored здесь тоже делался. Ну, там немножко другое делалось, но суть одинаковая. И здесь, по сути, я создаю очень много, много различных таких шаблончиков. И сейчас я вам это покажу на деле. Для начала я покажу... Наверное, уже многие догадались по окантовочке вот здесь. Я специально включил вот эти две плоскости, 1 и 2, которые нам сегодня не понадобятся. Но я объясню, для чего они нужны. Я сначала покажу, что мы будем делать сегодня. Догадались, да? Мы сегодня будем делать арт-заставку для первого стрима по Little Nightmares 2. То есть «Маленькие кошмарики 2». Это приквел. Я, кстати, если кто-то до сих пор спрашивает, почему я начал с приквела, а не с первой игры. Потому что я хочу в первой части поиздеваться над шестой. Для этого мне нужен Мона. А Мона был во второй части, сами понимаете. Мне очень жалко мальчонку. Реально. Эта зараза прямо его просто взяла. А, не буду спойлерить. Хотя все, кто смотрели, вы, наверное, уже в курсе. Ну ладно, как говорится, поиздеваться на шестой мы еще успеем, а сегодня мы будем делать наш арт-заставочку. Нам нужно задача, смотрите, вставить нашего персонажа, он здесь стандартно у меня всегда находится. Как вы поняли, здесь вот по его позе этот шаблончик последний раз использовался еще при создании специального такого нашего мини-логотипа для... игры с подводной лодкой, где мы вот прям путешествовали и пробирались сквозь льды. Вы ее помните, я тоже помню ее. И если не помните, то пересмотрите. Реально, иначе обижусь. Итак, объясню сначала, прежде чем мы приступим, для чего нужны вот эти две плоскости. Многие, наверное, уже, не знаю, может быть, заметили, не заметили, но у меня есть такие понятия слой R-Cube. Это специальные слои, которые используются для встраивания вашего персонажа внутрь 2D-картинки, чтобы он смотрелся более естественно. Обычно в двухмерных изображениях бывают столы, стулья, шкафы, комоды, двери. И если их сначала вырезать в Paint из этой картинки и сделать отдельными слоями, а потом сюда аккуратно вот так вот в каждую такую рамочку положить, то между ними можно располагать вашего персонажа и делать так, чтобы он смотрелся более естественным. Потом его отдельно рендерить, и в дальнейшем вы сможете спокойно, непринужденно его просто встраивать.
Также у этой системы есть еще один дополнительный плюс. Я вам сейчас его покажу. Вот мы сейчас свернем вот эти вот две. Видите картинку? А на какого разрешения, вы думаете? Разрешение у нее слабенькое. Она небольшая сама по себе. Ну, оригинал. Но есть такой фокус, за что я люблю очень Blender. Если он изволит показать. Так. Вот видите вот эти размеры? Это 1920 на 1080. Это большие размеры, это хороший размер наподобие вашего экрана, что очень, в принципе, удобно. Таким образом, вы можете не только взять слабое изображение, расширить его, сделать более четче, но и тем самым, по сути, превратить его в крупный хороший постер. Это тоже один из плюсов работы с Blender, почему я его и начал использовать в сочетании с Paint. Не просто как с Paint, а именно в сочетании. Потому что только в сочетании можно сделать качественный постер. Запомните, никогда в Blender нельзя сделать качественный постер. Никогда. В Blender можно сделать качественную анимацию. Что я показываю, кстати, постоянно на наших, пока что еще, пока у меня шел отпуск, стримах. А теперь буду показывать это, скорее, уже в записях, но пока записи еще не начал, я вам покажу, как делать все-таки именно арт-заставки. И почему именно Blender здесь только как дополнительный инструмент, а не как основной. Итак, какая тема будет сегодня у нашего персонажа? Как вы видите, это вот специальный у меня нод для... Они у меня есть для каждого, для каждой грани. Сюда вот вставляется изображение. Линар обязателен, чтобы было четкое ровное изображение. Стандартная настройка. Есть еще возможность сделать emission и mixture, но это только в том случае, если кажется темным, но это не обязательно, потому что нам достаточно будет вот этого освещения. Но если вдруг освещение что-то пойдет не так, то мы с вами посмотрим. Я покажу вам результаты рендеринга, несколько вариаций. Есть здесь специальный вот источник света, который также стоит на месте. Надо его закрепить, а то еще начну его случайно вращать. Это кошмар будет потом. Он светит специально. Его уровень освещенности, сейчас покажу, составляет всего лишь 100-вольтовая лампочка, но в принципе нормально. Если что, ее можно всегда увеличить, это не страшно. Это не страшно. Вот, к примеру, сейчас мы уже посмотрим, как это будет выглядеть сейчас при рендеринге. Камера стоит впереди лампочки. Вот. Примерно вот так будет выглядеть само изображение при таком уровне освещения. Сейчас наша задача сделать как? Я хочу сделать своего персонажа примерно в рост Симона, держащего рука пистолет, нацеленного на шестую. Ага, я хочу ее пристрелить, только не пристрелю. Она живучая. И голодная. Пока что. Итак, ладно. Видите уже, как отобразилась картинка. То есть даже шумы пропали. Настолько здесь быстро все хорошо работает. Так, ну, давайте сейчас вернемся все-таки. Так, Z. Solid. Ну, ладно, можно и такой вариант. Так. Z Solid. Вот. Все. Прекрасно. Сделали. Теперь давайте исправлять. Значит, берем Вескера, открываем раздел камеры, нажимаем S и увеличиваем. S увеличивает общий размер персонажа. Теперь G, Z, опускаем его на уровне Смона. Запомните сразу, ребят, вы видите здесь только то, что в рамке. Вот окантовка камеры, причем я включаю. И поэтому там, где будет стоять персонаж, какие-то зоны не будет видно нам. Поэтому давайте мы сразу его повернем. Я сказал повернем. Вот. И также вы видите, что частично персонаж уходит. Он пропадает в изображении. Это понятное дело, поскольку все-таки он проходит сквозь изображение. Поэтому нам нужно его оттуда вытащить. Возвращаемся в режим камеры. Нажимаем G, Y. Вот так вот. Потом G, X выравниваем.
и может даже слегка его уменьшить и приподнять, чтобы он стоял ровно с моно примерно на одной линии. Видите? Вроде бы кажется со стороны, что он крупнее, а так оно и есть. Но в перспективе, благодаря вот камере, которая будет рендерить, мы отрендерим, кстати, два изображения. Сам фон и персонажа. За счет освещения будем... Кстати, видите, уже у нас лампа включена, и освещение уже формируется. Что, кстати, не дает мне меньше работы над тенями. Это уже автоматически делается благодаря Blender. Почему, кстати, я начал его использовать? Но, конечно, все-таки добавить тень мне придется вручную кое-где. Но это я чуть позже покажу, когда перейдем к Paint. Запомните, ничто так не работает лучше, чем ручное управление тенью. Итак, значит, начинаем. GZ. Так. Припустим слегка Альберта. Так. GZ. И повернем его слегка. Вот так вот ножку, чтобы кобура была видна. Кстати, о кобуре. Здесь у нас находится... А, черт, у меня здесь влетел, что ли, тоже, да? Ну-ка, подождите-ка. Да, Беретта полетела. Я тогда сейчас выгружу сюда нового персонажа. Да, приходится сейчас, наверное, придется сейчас чистить все это дело. Но это не страшно, не переживайте. Это быстро все поправимо. Да, есть такие казусы. Ну, Рик еще старый. Сейчас более совершенный Рик находится как раз-таки у нашей анимации. Я этот Рик все время оттачиваю. Что-то новенькое добавляю, что-то исправляю. Так, сейчас мы его переместим. Так, значит, ближайший хороший Рик у нас находится... Animation Channel, Star Wars Imperial Critical, сцена 5, Collection, Вески Райдер. Так, отлично, сейчас у нас он появится. Ой, слегка не то сделал, но это не страшно, это поправимо. Viewport всегда легко найти. Так. Текстуры отображать. Так, где персонаж? А, он не добавился, что ли? Добавить того не может. Все, добавился. Он сейчас добавился у нас в сидячем положении, потому что у Альберта здесь как раз-таки есть такая, к сожалению, не очень хорошая черта. Что они там колотят? Ой, ладно. Сейчас мы с вами кое-что здесь исправим. А именно, скипнем всю анимацию, что у него есть. Видите, он движется, у него сохранилась анимация. Это нехорошо. Так. Activision. У нас есть вескер обыкновенный и есть вескер общий. Выделяем всего и выделяем все и попросту удаляем. Нам это не нужно. Нам это не нужно. И сейчас мы его вернем в базовые настройки. Это не сложно. Но это же нормально. Я покажу, как он заодно работает с анимацией. Хотя многие из вас уже, наверное, в курсе. Но почему бы нет? Лишний урок такой не повредит, я думаю. Так. Так. Сейчас начнем. Значит, вернем сейчас Альберта в его естественную позу, так сказать. 1-0-0-0. Если у вашего рига есть такие проблемы, то лучше сразу его исправляйте или заменяйте. Мы с вами такое делали уже на стримах по анимации. Делали такое и
в более ранних версиях. Такое часто происходит, это нормально, поэтому всегда надо иметь базовую шаблонку. Конечно, если вы его улучшаете, Рик, то лучше запоминать, где было последнее его улучшение и делать прям резервную копию, что я, кстати, часто и делаю. Это очень удобно и очень полезно. Так. Так. 0, 0, 0, 0, 0. Так, здесь опять же 0. Тут все нормально. Хорошо. У этого все нормально. У этого все нормально. Отлично. Теперь вот занимаемся вот этим. Сейчас быстро все настроим. И готово. Многие скажут, что мог бы ты тогда этого не делать, а просто сделать, но загрузить Рик, а потом уже все добавлять. Да и нет одновременно. Это не совсем удобно. Итак. Все. Исправили. Теперь. Сейчас просто его добавим. Так, Shift-кусор. Добавили. Открываем камеру, и вы сейчас удивитесь, насколько он сейчас большой. Видите, насколько он большой. Крупный такой крупничок. Уменьшим его до размера моно. Вот так вот примерно будет нормально. Это вот раздвинем, это раздвинем. Сделаем как можно больше. Мне главное видеть, какими ригами я пользуюсь, а остальное уже не важно здесь. Здесь мы сейчас делаем чисто шаблоночку. Опять же, видите, он зашел за край, потому что я его приблизил близко. Так. Игроку вот так вот подвигаю GZ, слегка уменьшаем, снова GZ, и теперь начинаем двигать. Так, сменим тип деления, W использую я здесь в этом случае. Так, есть такая еще проблема, что когда вы в режиме камеры, надо использовать именно зажатие Shift и средней кнопки мыши. Вот. Вот эту кнопочку используете. Кстати, The Lotus использую. Очень хорошо. До сих пор нравится. Если что, ссылочку на ее анбоксик оставлю в описании. Я рекомендую ее. Ой. Камеру задел. Камеру, кстати, тоже рекомендую, мне она очень нравится. Как и свет, да вообще все рекомендую. Зайдите в наш плейлист с анбоксингами, можете себе там что-нибудь прикупить. Вам будет полезно. Говорится, я использую только то, что мне полезно. Так. Итак, начинаем. По Z выделяем. По Z выделяем. Пусть немножко присядет. Так, и RZ немножко пусть вращает ногой, и GZ, опять же, возможно, даже немножко поближе надо сделать. Вот так вот. Отлично. Почему я взял этот рик из Blender Star Critic? Потому что у него моя беретта сделана более качественно. Я могу ее потом отсоединить и взять ее сейчас в руки. Я вам сейчас это все покажу. Обычно я ее держу внутри рига, чтобы ее не терять. Это личное оружие Вескера. Оно будет использоваться в наших анимациях довольно часто. Конечно, в первой анимации она не будет использоваться, но все может быть. Ну а сейчас надо все-таки ее теперь достать и прикрепить вот к этой косточке. Итак, давайте этим сейчас займемся. Так. Любую косточку выделю, мне надо притянуться поближе. Вот она, беретушка наша. Беретта. Значит, мы ее выделили. Прекрасно. И теперь Alt-P. Так. Надо сначала отделить от родителей Object Mode, Alt-P, Clear Parent,
И видите, мы нажал клипер, и она отсоединилась. Она отсоединилась. То есть у нее больше нету своего родителя. Но первый вариант не подходит. Почему? Потому что она уходит обратно в точку, где была изначально находилась. То не, меня не устраивает. Поэтому Alt-P Lead Parent Inversity. То есть она остается на месте, но продолжает держаться за другую кисть. Alt-P Key Transfer. Она отсоединяется, но она остается на месте, где была ранее. Теперь, поскольку она у меня выделена, теперь я перехожу вот в этот рик. Pause mode. Отлично, она выделена. Это потом нам понадобится, потому что кости, они выделяются. Так, G, Z. Подвинем слегка оружие мое. Вот оно, кстати, вот так вот выглядит моя беретта. Я ее делал довольно-таки долго. Видите, даже со значком логотип моей компании, Umbrella. Пистолет такой своеобразный, хорошенький, очень удобный, проработанный, качественный. В нем есть даже один секретик, но я его вам не скажу. Иначе все начнут охотиться за этим ригом. Так. Теперь, пусть пока вот здесь он сторонечки повисит, он никому не мешается. Вот тут примерно. И продолжим снова заниматься этим. Озмод. Так. RZ. Вот, поскольку Альберт у нас же повернут в сторону, надо повернуть, соответственно, его руку. Так. Даже немножко надо сузить. Так. Отлично. Но он стоит ровно, что неестественно. Потому что когда вы стоите, вы сначала... Ну, либо если это ружье, либо это пистолет, вы обычно спину сгибаете. Это вроде незаметно, обычно по вашей личной позе, но это всегда так. Это всегда так происходит, это естественно. Знание анатомии незнание анатомии не освобождает вас от ответственности. Итак, мы его поставили. Так. Отлично. И теперь вторая рука то же самое выполняет. Так. Так, минуточку. Я лучше буквы G сделаю. Да. Так. R, Y. Отлично. Хотя, в принципе, лучше ее, конечно, опустить, мне кажется. Да, ее лучше, наверное, опустить. Нет, давайте мы ее опустим. Вот так вот. Вот. Вот так вот нормально. Да, вот так даже, наверное, лучше будет смотреться, мне кажется. Отлично. И вот в эту кисть мы сейчас добавим беретту. Так. Select курсор. Так, нет, не логично. Возвращаем обратно. Shift. Select to активы. Да. Почему ничего не идет? Так, еще раз. Вернули. Shift. Select to активы. Не идет, не хочет. Ладно. Так. Давайте тогда я сейчас вот сюда поставлю курсор. Так. Ctrl-S.
кусок активы, вот сюда он встал, вот к этой кисти. Сейчас возьму курсорчик, вот сюда я его поставлю, вот на этот рик. Прекрасно. Выходим из позмода, нам он больше сейчас пока не понадобится. Ну, только понадобится еще для того, чтобы прикрепить беретту к руке. Так, Shift, Select, Keep курсор. Все, она приригнулась у нас. Сейчас мы ее повернем, соответственно. G... Ну, точнее, Z. Вот так, ровно. Далее. RX. И приподнять надо слегка. Так. В принципе, можно пока скрыть скелет, он нам не нужен на данный момент больше. На данный момент. Потом поднять, потом понадобится. Но на данный момент пока нет. G-Y. Так. И надо будет еще повернуть его. Так, и слегка выровнять надо. Так. Давай, во. Идеально. Ну-ка. Смотрится неплохо. А теперь я сделаю то, что мне очень нравится в моем риге. Добавлю себе светящиеся глаза. Но сперва я сохраню его. И при этом мне нужно еще закрепить за Вескером. За, ну, то есть за мной. Прикрепить кости. То есть не к одной конкретной, а все прикрепить кости. Все должно быть прикреплено. Позмод. Вот. И. Альфи. Как не работает. Значит, пост в объектном режиме. Так, Shift P. Не работает почему-то здесь parent. Ладно. Значит, зайдем тогда в объектный режим. Parent. А, Ctrl. Да, все. И нам нужен, насколько я помню, я давно уже не прикреплял, но нам нужен Bone Relative. Именно Bone Relative. И он сейчас должен был закрепиться. Теперь давайте-ка мы сейчас зайдем в объектный PoseMod. Если я сделал все корректно, то он будет зависеть именно от этой руки. Вот, к примеру, выделю вот это. И RZ. Ну вот видите, кстати, вот. Он начал брать. Он прикрепился именно вот к этому. Видите, Bone Relative, он прикрепляется именно к этой кости, не какой-то другой. Он прикрепился. Кость прикрепился, и все хорошо. То есть мы можем теперь настраивать это дело. Вот у нас шестая. И я должен в нее целиться. То есть два мальчишки, два мальчонка здесь, так сказать. Так, и надо слегка, наверное, повернуть мужик. Вот так вот. Так. Вообще обидно, что у Мона не было реального оружия. Ну, хорошего огнестрела, я бы сказал бы. Это тут реально очень плохо. Ну, это же игра. Многие скажут. Так. Давай, Монус, свети ей в лицо. Свети. Ну ладно.
Можно, конечно, поставить немного другой вариант шаблончика. Так, нам для этого понадобится Shader Editor. Выбираем плоскость. Итак, значит, персонажа поставили, персонаж стоит, все прекрасно. Вот примерно вот так это будет все смотреться. Ну, это не конечный вариант. Это далеко не конечный вариант. К примеру, если убрать источник света и добавить вот именно сюда соответствующий нод, то у нас появится совершенно другая картинка. Вот, к примеру, плоскость выделена. Вот у нас нод освещения. Он будет становиться ярче, что, в принципе, неплохо, но и... В принципе, это и не нужно будет в данной конкретной ситуации. Вот сейчас покажу, как это будет выглядеть, если вот так все сделаем. Так. Сейчас она прорендерится. То есть, видите, Альберт слегка только освещенный, а вся картинка издает такой своеобразный хороший источник света. Это нехорошо, потому что персонажа Альберта не видно. Его просто не видно. Ну нет, силуэтик виден. Силуэтик он виден. Вот. Если вот мышка позволит мне подвигаться нормально при таком рендеринге. Вот, вот здесь вот прям вот видно. По силуэтику можно частично его увидеть. Но он должен быть светлее, ярче. Поэтому мы сейчас переходим в режим Solid. И теперь я покажу, что будет, если, к примеру, оставить источник света, то есть видимым. Сейчас у нас невидимый, я его вырубил, просто чтобы показать вам, в чем разница. Так, а теперь мы отключаем шейдинг и продолжаем. Еще раз посмотрим, как это будет выглядеть с источником внешнего света. Возможно, можно будет заменить на арт-заставку. Вот видите, здесь уже источник света не такой естественный, согласитесь. У этого есть тоже причина. Здесь нам понадобится сразу два рига. Потому что для создания хорошей затененности персонажа нам понадобится, во-первых, свет от изображения. То есть свет со стороны моно, все-таки он дает источник света в этом изображении. Свет, который мы сейчас наблюдаем, то есть чтобы персонаж сам выглядел естественно, потому что поверх на него буду накладывать уже шаблон. И мне еще понадобится тень самого изображения. Сейчас все сделаем. Но сперва давайте сделаем все-таки самое мое любимое. Добавим свет в глазах моего персонажа. Никогда не бывает Вескера без тени в глазах. Такого не бывает. Все, спасибо за солид. Так. Выбираем моего персонажечка. В данном случае нам нужно выбрать именно текстуру его. Вот она у меня. Выбираем, заходим в текстурку. Заходим в раздел «Глаза». Извиняюсь, что я Home до сих пор не убрал. Приходится нажимать на нее время от времени. Так, запись же идет? Да, запись идет прекрасно. Итак, извиняюсь, если будет выглядеть не совсем профессионально этот урок, я показываю так, как умею. Итак, видите, здесь есть Emission, здесь есть Color. Нам нужно усилить Emission. Стандартно он у меня стоит на 0.2, но достаточно поднять его до 1 единицу, и свет тут же меняется. Выключим внешний источник, ну даже можно с внешним источником, пусть вот так вот будет. Нам в любом случае свет понадобится яркий из глаз. Альберт, покажи, пожалуйста. Так, надо даже кости убрать, скрыть косточки. Не совсем ярко, как было в прошлом. Ладно. Так, перейдем к основному изображению.
Ну-ка, где мышь? Ага, мышь. Ладно, пусть вот так хотя бы. Сделаем, значит, сейчас поярче. Сделаем сейчас поярче, значит. Увеличим до 3. Думаю, нормально будет. Сейчас порендерится, ребят. Яркость выявляется, глаза становятся четче, как видите. Но этого недостаточно. Они должны быть ярче. Они должны быть ярче. Соответственно, надо убрать пока кости. И давайте-ка поставим уже до 10. Я думаю, это будет нормально. Во! Свет уже пошел. Видите, уже глаза стали более яркими, более четкими, более выразительными. Но свет стал слишком ярким. Поэтому мы сейчас его немножко будем корректировать. Поставим здесь на 7,2. Все равно яркий. 5,2. Потому что это все-таки очки солнцезащитные. Как вот эти, мои дорогие. И сквозь него должен только просвечиваться красный алый цвет. Но не более того. Думаю, вот такой вариант 5,2 прекрасно подойдет. Хотя, в принципе, можно, наверное, сделать и 3,2, и это будет тоже хороший вариант. 3,2. Да, он неплохо тоже смотрится. Сейчас я отрендерю вам, отрендерю изображение Альберта, ребят, и я покажу, как он будет смотреться при освещении. При освещении, в тени и все такое. Хотя, в принципе, сейчас наша задача чисто уже, по сути, просто отрендерить и перейти работать в Paint. Поэтому давайте я сейчас отрендерю все необходимые изображения. Как создавать позу, как на фоне все этого дела делать так, чтобы все смотрелось, естественно, я вам показал в Blender. Сейчас будет краткий переходик, и я вам покажу все варианты этих изображений Альберт, которые я отрендерю. Ради... Договорились? Не переключаемся, я вернусь буквально через секунду. Итак, ребят, мы возвращаемся к уже всем нашим слоям, то есть, как видите, я отрендерил сразу 8 слоев. Есть базовый, это у нас непосредственно само изображение без вескера. Есть изображение с более ярким выраженным глазом. Вот оно вот такое, видите, прямо даже такие световые тени видны. Есть изображение с темным темная тень, просто тень, темненькая такая, хорошенькая, точно такие же ярко выраженные глаза, они здесь даже более такие яркие, здесь прям вот виден красный цвет, он прям яркий, он прям излучается, он прямо парализуется на полупрозрачные очки, у меня, если что, кстати, прикол прозрачный, напоминаю, ну, полупрозрачные черты имеет хорошие. Итак, есть еще более-менее такие с более-менее яркими глазами модели. Это понадобится нам чуть позже. Сейчас мы, значит, с вами начинаем наслойку изображения. В первую очередь пойдет у нас вот эти два шаблона изображения. Так, одну из них скопируем и уберем вниз. Со вторым сделаем то же самое. Потому что и нам могут понадобиться они в будущем. С бэкграундом то же самое. И будем, если что, брать по различным вариациям. Сначала нам нужно настроить темный шаблон. Для этого мы подбираем, во-первых, формат.
Он должен быть полупрозрачным. Раз. И нужно подобрать как раз-таки подходящее свечение. Рефлект отлично, кстати, подходит. В такой ситуации, потому что тень, которая образовалась сама без всех освещений, она ставится сюда. Моно работает здесь прекрасно. И вот сюда мы сейчас добавим последний бэкграунд. Номер 3. Он у нас как раз-таки с отрегированным нашим персонажем. Вот так вот. Он становится такой более естественный. Здесь тоже делаем полупрозрачный формат. И делаем его мультиформатным. Точнее, даже не мульти, а адвайс формат тоже хороший будет здесь. Даже, наверное, нет, лучше, наверное, взять Dark Side, чтобы только темные детали от ренды показывались. А лучше лайтинг, наоборот. Вы видите, вот даже яркость глаз начинает регулироваться, что мне очень здесь в этом и нравится. Сейчас поработаем еще с теневой частью. Сделаем ее более-менее такой выраженной. Рефлект здесь отлично подходит, но нужно над многим еще кое-чем поработать. Можем взять, к примеру, Glow, но видите, он такой своеобразный формат дает. Overlay не очень. Difference мой самый любимый. Но он видоизменяет все дело. Так. Мы можем вот так вот это все дело свернуть. Но, в принципе, он все равно накладывается. Но Difference не очень хорошо подходит. Здесь все-таки рефлект, он подходит лучше всего. Хотя, если брать по лайтингу, по Dark Side, это все дело здесь накладывать, то, в принципе, можем немножко и поиграть под настрой. В основном будет выделяться только глаза в этой ситуации. Скрин тоже, опять же, с глазами чисто работает, потому что все остальное у нас, в принципе, неплохо сочетается. Пор тоже работает на глаза, то есть, как видите. Не пугайтесь, ничего тут страшного нету. Просто сама тень, она чисто черная, у нас цветные только глаза. И поэтому как раз таки вот пор, вот этот вот тип blend мода, он влияет именно на цветную составляющую. С ними все хорошо, не переживайте. Рефлект мы оставим. Рефлект такой самый подходящий вариант, где-то наполовину мы его припустим слегка. Вот так вот. Далее. Работаем над цвет коррекции персонажа. И лучше сейчас, наверное, даже взять какого-нибудь из персонажей наших и дать ему небольшой источник света. Вот сейчас, к примеру, мы возьмем вот всего нашего вот этого персонажа. Для этого нам понадобится панелька инструментов. Для этого нам понадобится ряд панелечек инструментов. Вот я ее уже поставил. Так. И для этого нам нужно что сейчас сделать? Нам нужно выделить всего нашего персонажа. Кажется, что проблема маленькая, но на самом деле нет. Нужно, чтобы он целиком был выделен. Потом. Так, наш целиком? Да, целиком. Истории надо скрыть, это не нужно. Теперь мы переходим вот сюда. Копируем его. Вот копируем. Открываем запасной фон. Вставляем. Прекрасно. Почему я его вставляю? Потому что у нас персонаж, вот здесь наш, он имеет цветокоррекцию. Есть еще вот такой вариант. Номер два нам нужен, вот. Нам нужен еще вот такой вариант, потому что здесь тоже есть такая цветокоррекция хорошая. И с ней можно слегка поработать. Ну, по понятным причинам. Так, настраиваем. Здесь нам нужен только выраженный Dark.
а лучше выраженный лайт. Все остальное не важно. Вот то, что у нас светлое было, оно у нас выделяется. Все остальное не важно. И вот у нас получается такая своеобразная интересная тень. Тень мы сделали. Сейчас мы сохраняем BND. Сейчас мы устраняем. Извиняюсь, если камера немножко подтормаживает. Заметил, немножко камера сбилась. Бывает. Ну ладно, поправил, не страшно. Ничего такого интересного не видел. Так, вот, персонаж наш стоит. Но теперь нам нужно все это объединить. Мы сейчас все это делаем. Во-первых, сохраняем. Сохранить как? И делаем формат JPG. Я прочитаю этот формат, он очень удобен. Реально, он вообще очень удобный. И сохраняем папочку Lightmares. Вот сюда прямо. И все хорошо. Сохранили. Прекрасно. Теперь. Что делаем? Опять. Открываем теперь Glow. Проверим, что у нас с освещением. Освещение у нас неплохо работает, но надо с ним, над ним подрихтовать слегка. Если вот так проверим, то видим, что наш персонаж не совсем естественно вписывается. А это значит, что нужно монтажный ремонтик. Косметический небольшой ремонтик сделать, провести. Это не сложно, это недолго, это просто. Итак, значит, что делаем? Мы импортируем файл, открываем наш, где у нас PNG, вот он. Он сейчас наслоится по всему над основным бэкграундом, который мы сделали. Вот он наш основной бэкграунд. Вот он. Все. Видите, мы его видим. И теперь надо поработать над освещенностью. То есть, видите, здесь у нас свет пропал, а вот здесь у нас он становится более-менее таким естественным. Сейчас мы все будем исправлять. Эффект фото сделаем немножко таким вот темноватым. Побольше яркости, поменьше контрастности. Хотя, в принципе, не очень хороший вариант. Сейчас продублируем, сделаем резервную копию лучше. Еще раз повторим такой же полупрозрачный эффект. Немножко поработаем с освещением. Переносим сюда второго. Как раз таки тоже с яркими глазами. И работаем теперь его на Dark Side. Darknet отлично помогает выделять только необходимые участки. Другой убираем, он нам пока не понадобится. И сейчас будем работать на Darknet. В принципе, он неплохо вот так вот реализует, неплохо. Но можно еще и получше. Мультипи, к примеру. Мультипи не очень. Advertise. Делать наоборот ярче. Вот это может сгодить. Вот это, кстати, может пригодиться. Сейчас мы тогда поработаем. Слегка с оттенками. Так, а сюда темный хор. Вот такой. Во! Идеальная врезка персонажа. Идеальная врезочка. Мне прямо нравится. И давайте теперь поработаем уже с... Во! Да, пистолет, к сожалению, не будет, наверное, видно. Но надеюсь, что все-таки он будет заметен. Но сейчас мы, кстати, посмотрим. Мы попробуем сейчас сделать так, чтобы пистолет все-таки был немножко виден. Надо сгустить краски, надо побольше тени. Вот так вот. Да, пистолет виден. Слегка, но виден. Ну, пистолет у меня черного окраса, он же не серебряного. Ну, серебряный, как, к примеру, Мон, он был бы виден, наверное, получше. Ну, есть такой вариант. И теперь надо импортировать сюда еще самое важное. Точнее, даже две вещи. Во-первых, это изображение. Nightmares.
Nightmares. У нас есть несколько комплектаций. Есть такая, есть прозрачная. Но я, скорее всего, возьму формат моно и ее видоизменю сейчас при вас. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот Nightmares 2. Она темненькая слегка, но, в принципе, нормальненькая. Так. Вот сюда мы ее, вот сюда я сейчас пассировку ее поставлю. И теперь мы сейчас поиграем с уровнями. Мы сделаем ее, наоборот, в данном случае яркой. Отлично. Да, она немножко такая расплывчатая, но это даже хорошо. Потому что моно у нас же, он как бы будет работать с визорами. Вот, заодно поработать с этим. И, конечно же, нужно добавить самое святое. Ай, это наше изображение, это наш название нашего канала. Без него никакой арт-заставка у меня никогда не обходится. Никогда ни одна арт-заставочка у меня без названия моего канальчика никогда нигде не обходилась. Поэтому мы сейчас немного поиграем с логотипом. Прямо будем сейчас с ним играть, возиться, дурачиться. Но сделаем так, чтобы название канала, оно встроилось. Если вы можете вот строить собственное название канала, это уже победа, я считаю. Это хорошо, потому что вы можете редактировать все эти изображения. Вот так вот. Одно отпустили. Второе сейчас тоже слегка припустим. И заодно уберем немножко вот моно и шестую. Тоже пониже. И сейчас поиграем теперь уже с нашим изображением. Поскольку все-таки они все у нас, ну, так сказать, своеобразные расцветочки, то нужно придавать соответственный вид. Я предпочитаю дать все-таки этому всему эффект такой из золотой дымки. Мне очень нравится золотой цвет. Поэтому мы сейчас поработаем. Дадим такой своеобразный оттенок. Такой вот золотой призрачный, как видите, он слегка дается, неплохо. Но он слабоват. Оттенок слабоватый. Поэтому сейчас мы, наверное, попробуем вручную окрасить. Просто попробуем. Я не говорю, что это будет идеально. Но если получится, то прекрасно. Нет, плохо. Плохо. Это все-таки не шифр Индианы Джонса, так что будем сейчас тогда немного модернизировать. Для начала определимся, куда мы поставим вот название нашего канала. Оно, на удивление, кстати, по своим шрифтам очень сильно похоже. Little Myers, Little Myers, Myers, Night Myers, Little. Лучше, конечно, бы сделать. Есть еще один, кстати, вот формат здесь такого изображения. Так, где у нас Little Myers? Берем. Есть еще вот такие форматики. Есть еще вот такие. Little Myers 2. В принципе, такой формат тоже красивый. Мне тоже он очень нравится. И вот как раз-таки вот здесь можно будет строить посередке, я так полагаю, название канала. Тогда давайте вот мы сейчас лишку вот эту вот уберем. Не то выделил. Я все время путаю немножко. Вот. Берем вот этот. Опять же, лишнее убираем. Далее берем лассо. Такие вот фрагменты лучше выделять с помощью лассо. Их убирать будет вниз чуть проще. Сейчас вы это увидите наглядно. Сюда мы за место двойки поставим как раз таки нашу парочку. А вот под названием поставим название канала. Двоечку мы на всякий случай, конечно, сохраним. Мало ли где понадобится. Кто знает, кто знает. А вот сюда вот этих двоих. Смотрите, вот милота, не правда ли?
выделяем. Вот где-то вот так вот нормально. Теперь, я редко такое делаю, но в данном случае нужно поработать вот именно как раз со светом. Видите, я уже поставил тоже в такие же тона, которые делал и сама Light Myers первая у нас вот здесь. Теперь мы это все объединяем между собой. Вот только вот, вот эти вот все три. Отлично. Теперь двигаем, вырезаем, вставляем, накладываем. Вот так вот. Слегка, немножечко неуклюже, но выглядит неплохо. Выглядит очень даже неплохо. Так. И теперь тоже снова объединяем. Теперь берем, значит, эффекты. Вот, у нас эффект немножко такой своеобразный наложился, но он не очень хороший. Что здесь тогда лучше мне сделать? Glow. Поработаем с ним теперь. Он дает хорошие такие пестрые оттеночки, которые мне очень нравятся. Такую яркость своеобразную. Но лучше в данном случае пусть он сделает нам тени. Хорошие, крупные, сочные тени. Сейчас передвинем вот его посерединочку вот сюда. Вот, например, вот видите, уже на моно вы можете наблюдать, что появились небольшие такие тени. Теперь убираем выделение, потому что оно будет нам мешать. И еще раз glow. Повторим эффект. Видите, уже становится более четче изображенница. Еще. И неплохо. И теперь снова переходим в glow, но на этот раз сделаем его более таким ярким, пестрящим, выделяющимся. И теперь выделяется вот в таком формате. Во. Теперь мы это сохраняем. Снова PND. PND. PND это в PaintNet как определенный шаблон. Черт, вижу, как вот, когда я резко двигаюсь, камера иногда немножко не успевает. Это, ребят, с камерой все нормально, я просто снизил настройки у программы захвата, объясню почему. Paint, к сожалению, очень не любит сниматься в программах захвата. Section это самая, наверное, лучшая программа, которая позволяет его захватить, и то там все равно бывает провисание. Потому что Paint очень требовательная программа, ну, в плане обработки, как это заходит в дело. Сама она весит немного, и компьютер не перенагружает, но когда идет ее съемка, вот здесь начинаются большие проблемы. Даже вот сейчас чисто записываю с экрана. Записываю с экрана, это самый лучший формат, чтобы ее захватить. Потому что если вы встраиваетесь в PaintNet, то будет прям настоящая беда. Ну это так, к слову. Но я почему люблю PaintNet, потому что он очень удобен для работы с коллажами. Коллажи, постеры. Особенно, когда вы делаете вот свои вот такие вот 3D-персонажи, как наш Альберт Вескер, его нужно встроить, Paint незаменим. Да, в блендере мы создаем позы, мы формируем нашего персонажа, но встроить его в блендере будет очень трудно. Это возможно. Но, повторюсь, это будет очень трудно. Единственной моей работой, которая помогла мне встроить персонажа именно чистокровно в блендере, именно чистокровно, это был постер к нашей рецензии «Тайна Коко». Вот там он был полноценно встроен с помощью масок. Но мне это не понравилось, потому что персонаж оказался, ну, полупрозрачным сам. Ну, хотя даже хорошо отчасти вышло, потому что он стал призраком. Как бы призрак в призраках. Почему бы нет? Но я ждал немножко другого эффекта. И поэтому я решил использовать Blender лишь как дополнительный инструмент для создания именно персонажей. А вот интеграция в изображении я уже делаю по-другому. Итак, теперь у нас шаблончик готов. Этот мы опускаем сюда. А вот этот вот будем использовать по своему рассмотрению. И теперь нам нужно всего лишь
вставить вот изображение, как нам надо. Можно немножко поменьше, можно немножко побольше, можно куда-нибудь сюда, можно вниз, можно вбок. Вот здесь был бы самый идеальный вариант, а в принципе он здесь идеально и подходит. Слушайте, да? В принципе, он идеально сюда встает. Так, давайте-ка мы вернем слегка его размерчики. Вот так вот. Слушайте, ну неплохо, конечно. Шестую покрывает очень хорошо. Но, опять же, у всего этого есть одна большая проблема. Сейчас я вам покажу. Мы сейчас сохраним только вот этот постер. Только вот этот постер. Мы его сейчас сохраним как второе полное изображение. Сделаем. JPG формат номер 2. Объединим все. Красота. Теперь слои. Импортировать слой. Берем второй. Он импортируется в самый верх. Почему я это делаю? Потому что нам нужно работать вот именно сейчас с этим изображением. Мы можем его, к примеру, флипануть, то есть сделать зеркало. И посмотреть, как это будет выглядеть. Так, не то слегка выбрал. Вот. И нет, Альберт смотрится здесь неестественно. Можно было сделать, конечно, такой флип там, и тогда бы выглядело бы естественно, тогда бы Мону смотрелся бы неестественно. Поэтому нет, мы сейчас вернем как было, и будем сейчас уже работать вот с этим. Можно, конечно, закрыть шестую, но я не хочу ее закрывать. Эта мерзкая зараза должна прямо демонстрировать свое лицо по полной программе. Да, я ее терпеть не могу, эту шестую. Я смотрел все прохождения Nightmares и дополнения в том числе. И мне очень не нравится шестая за то, что она сделала с Мон. Мне очень это не понравилось. Мерзкая зараза. Вот сюда, кстати, можно поставить. А, кстати, а вот сюда давайте поставим. Почему я бы мог поставить снизу? Я бы снизу поставил, и смотрелось бы очень хорошо. Минуточку, ребят, звонят. Извиняюсь, ребят. Отвлекли, позвонили мне. Так, ой. Камеру слегка надо подправить. Бывает такой иногда. Итак. Раз, раз. А, все. Программа немножко подтормаживает, порой не вижу, есть индукция голосового сигнала или нет. Итак, продолжаем. На чем я остановился? А, да. Значит, теперь мы сейчас будем просто дорабатывать положение значка. Можно сделать его вот таким. В принципе, смотрится неплохо, но куда мы обычно смотрим, когда нам нужно увидеть значок? Куда мы смотрим обычно? Правильно, мы смотрим обычно вверх-вправо. Это самый хорошее местоположение для значка. Куда же мы его и поставим сейчас? Куда же мы его и поставим? Вот так вот. И поставим его за моим персонажем. Ну, как видите, он стал не боль... такой... не совсем... приветливый персонажик мой. Поэтому я сейчас возьму шаблонку и выделю его целиком. Копирую. Отлично. Вот так вот. Копирую. Скопировал. Поднимаю наверх. Делаю еще раз резервный шаблон. И вот так вот ставлю. И этот шаблон положим вверх. Так, как это будет смотреться у нас сейчас? Нет, плохо. Он скрывает наш универсальный пост. Это нехорошо. Это, конечно, хорошо, что есть такой наш шаблон. Подходящий, хороший, я бы сказал бы. Но все-таки это не то. Это не то. Мы его сейчас вот сюда забросим.
Вот так. Ну, у нас есть запас на такой темный шаблончик, почему бы его не держать при себе? И считаю, это неплохая идея. Но нужно сейчас все-таки подготовить немножко по-другому. Сейчас мы поработаем, значит, над вывеской. Эту мы можем удалить. Вот у нас запасочка наша. Вот здесь она, дорогая наша запасочка. Duplicated. Ставим ее опять вверх. И давайте работать. Хорошая арт-заставка должна сама по себе уже, ну, себя купить, я бы рассказал. Можно, конечно, ее слегка удлинить. Можно увеличить слегка в размерах и попытаться вот сюда поставить. Кстати, в принципе, неплохо. Персонажи мой и мой персонаж Имона отлично вписываются и хорошо встраиваются. Можно слегка, кстати, поколдовать над размерами и сделать темную рамочку колонтитул. Я думаю, это даже будет неплохо. Так, вот так вот сохраним. Чисто темную рамочку колонтитул сейчас сделаю небольшую. Так она сейчас сохранится. Потом мы сейчас сохраним третий базовый шаблон, который и пойдет. Извините, ребят, слетело. Слетело, к сожалению. Но это не такая большая проблема, как вам может показаться на первый взгляд. Это все, в принципе, быстро исправимо. Вот, значит, наш основной шаблончик уже готов. Нам сейчас что осталось сделать? Нам осталось сделать всего лишь небольшую темную рамочку. Ну, обычно я их не делаю, но думаю, здесь она будет к месту. Ну, хотя посмотрим, как это будет. Если будет нормально и так, то, в принципе, можно считать. Сейчас сохраним вот этот шаблон. Нам достаточно будет его просто сохранить. Как третий шаблон. JPG. Номер 3. Прекрасный вариант. Вы видели, у меня там еще несколько различных вариантов шаблонов, но я предпочитаю все-таки, наверное, вот этот. Он очень красивый. Он очень красивый, он мне прям нравится, прям отлично смотрится. Так. Кисельку заварил. Все тут переспускался. Я почему, кстати, вот еще одна причина, почему я очень вообще ни разу не записывал видео по Paint'у, потому что когда идет программа видеозахвата, часто бывает, что Paint программу клинит и все зависает. Абсолютно. Экран зависает. Двигается только мышь, курсор, никуда не нажмешь. Приходится перезапускать. Это редкое явление. Очень редкое. Но, к сожалению, бывает такое. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. Сейчас мы немножко Сейчас мы немножко расширим изображение. Вот. Хаванс и ес. По серёжечке. Пропорционально. И увеличим там, ну, думаю, 5% нормально будет. Ну да, неплохо. 5% неплохо. И сейчас зальем чистой темнотой. Неплохо, но значит чего-то не хватает. И я знаю чего. Пятненочки. Так. Давайте попробуем сейчас с пятненочкой поработать. Вот, да? Пятненочка. Пятненочку я вообще обожаю. Она прямо шикарно работает. Но не всегда и не везде. С ней нужно уметь возиться. С ней нужно прямо уметь работать. Пятненка очень такая едкая зараза. Ну, неплохо, я бы сказал. Очень неплохо. У вас даже четче, кстати, видно на изображении, чем у меня. Реально, я вот сейчас смотрю на второй экранчик, у меня же он работает, чтобы я себя видел. У вас картинка даже лучше, четче смотрится, чем у меня. У меня-то она не такая четкая. Может, по другим углом? Нет.
я не под таким хорошим углом. В принципе, вот сейчас наложим видненку, и вот так вот неплохо смотрится. Конечно, вот такой формат тоже неплох, но у него есть большой недостаток. Видны края. А, видненка края все убирает. Так, дублик. Так, главное, чтобы у нас опять не зависло. Главное, чтобы не зависло ни черта. Так, эффект. Значит, придется потом все перезапускать, а я этого не хочу. Неплохо. Теперь. Опять же, снова возьмем видненочку. На этот раз поработаем с нею внизу. Вот так вот ее слегка опустим. И по самый низ. Вот так. Радиус у нее, видите, вот такой. Своеобразный. Но, в принципе, неплохо. Сделали. Хорошо. Теперь. Добавим еще немного желтых оттеночков, вот таких вот золотых, и, ну, не сказал бы, что такой хороший вариантик вышел, но мне заходит. Теперь давайте-ка мы его слегка постобработаем, такой полупрозрачным сделаем, мультиплей. Guys. Он уже лучше. Color Band. Неплох, но нет. Color Dodge. Он наоборот усиливает свечение. Но видите, он избавляется от ярких. И эффект как раз таки вьетниночки. Это мне очень не нравится порой. Релект, Glow, Overlay. Вот Overlay неплох сейчас. Ну-ка, давайте поработаем с ним. Неплохо, но вьетненка пропадает. Это плохо. Итак, ребят, осталось совсем чуток. У меня несколько раз, конечно, зависало здесь все, поэтому не обессудьте, если вы смотрите вот на тень здесь и становится еще темнее, темнее, темнее. Это, ну, если вылетает, значит хорошо. Отчасти программа до сих пор в своем репертуаре. За PaintNet я ручаюсь, ребят. Если вы ее не записываете вот под видеозахват, она работает идеально. Это почему я ей пользуюсь до сих пор. И она у меня основной инструмент всегда в работе над арт-заставками. Никакой Photoshop здесь не нужен. Никакой Adobe. Вот PaintNet — это самый идеальный инструмент. Просто надо уважать его границы. А его границы таковы, что нужно всего лишь парочка процентов. Думаю, ну, 4 будет в самый рот. Увеличили. Заливочка. Прекрасная заливочка делается. И готово. Вот бэкграунд у нас такой хорошенький вышел. И давайте здесь заодно еще, наверное. Хотя знаете, мы как сделаем? Я ее сейчас выделю целиком. Вот. Сделали. Слой вверх. Теперь сюда возвращаемся. Сюда заливочка. Тоже заливочка. И вот убираем выделение. И теперь делаем вьетненочку. Сделаем сейчас вьетненочку. Она прям отлично сюда встроится. Я прям уверен. А, не хочет. Она хочет встраиваться. Обидно. Обидно за вьетненочку. Обидно, обидно, обидно. Ну ладно. Значит, сделаем чисто вот здесь эффект. Вот это у нас немножко с освещением работает.
Сейчас мы его добавим. Не очень. Да, он неплохо встаивается, но это не то. Так, ягненка. Вот, хороший такой формат ягненочки. Мне он очень подходит. Ну, давайте так немножко вот расслабим. И сдвинем слегка в сторону вот сюда, чтобы персонажа моего было видно. А шестую слегка закроем вот так. Отлично. А теперь делаем еще одну ягненку, но уже снизу. Сейчас мы ее опустим вот. И слегка ослабим. Совсем слегка. Вот так вот. Теперь. Отлично. Теперь выделяем все. Скопировали. Возвращаемся обратно к исходному состоянию. И вот сюда теперь вставляем тот рисунок, который мы сделали. Вот он. Самый лучший способ работать с ягненкой – это просто давать ей возможность себя накладывать. Вот так вот. Такой своеобразный мульти. Нет, не сгодится. Актив. Вообще идеально. Но есть над чем еще поработать. Так. Полурбан. Неплохо, но плохо. Додж не очень. Рефлект. Как всегда, хорошо радует уровень освещенности, но в данном случае сейчас он нам уже не нужен. Хотя вот немножко можно немножко оставить, но пока нет. В принципе, можно, конечно, и без рамочки сделать, но я решил попробовать. Рамочка всегда хорошо смотрится, всегда смотрится неплохо. Difference. Отмени яркую к более яркому. Не очень такой вариант подходящий. Negation. Не очень. Light. Оставить только светлое, не очень. А вот если dark, вот это уже другой вопрос. О, вот это уже другой вопрос. Вот неплохо, неплохо. Давайте посмотрим, вот какой формат лучше. С или без? Более такой выраженный, яркий. А вот такой более примутненный. Хороший такой. Тем более, реально, если происходит в темноте, и мне это очень нравится. Давайте объединим. Сохранить как. И вы уже, наверное, догадались, что сейчас уже глубокая ночь. У меня не в первый раз я записываю вот этот момент, поскольку при работе с ягненкой, к сожалению, когда записываешь Paint, программа любит лагать. Есть такое, Paint очень не любит, когда его записывают на видеозахват, но поэтому я сейчас сделал последний кусочек работы за экраном, просто поработав с ягненочкой, и примерно вышел вот такой вот прекрасный результат. Я сейчас все остальное прямо закрою. У меня уже все сохранено, все арт-заставочки готовы. То есть вот, это то, что мы делали с вами чуть раньше. Вот, это конечный такой вариантик. Я думаю его добавить как раз-таки на арт-заставку. Но вот такой вариант мне тоже очень нравится. Такой он более такой крупненький, красивенький, прекрасненький. Вот даже мы сейчас даже вот так вот поставим примерно одинаково, видите? Да, шестая затемнена, но это же темнота хоррора. Хотя, если честно, вот такой формат мне нравится куда больше. Но если посмотреть вот этот, он кажется более таким естественным. Такой прекрасный, хороший свет. Будто вот темнота. Вот, к примеру, если вот так вот поставить,
То есть, видите, свет тоже уходит туда-сюда. И примерно такой же примерный эффект с ятненочкой. Мне вот такой формат очень нравится. Вот такой хороший ятненки, вкус ятненочки. Но я думаю, что, скорее всего, я, наверное, остановлюсь вот на этом формате. Да, вот это такой темноватый, зловещий. Вот идеально красиво смотрится, но нет, я, скорее всего, лучше останусь на варианте без рамки. Он смотрится более насыщенным, таким хорошим. При этом атмосфера страха остается. Плюс я целюсь тут в шестую, это прям прекрасно видно. Этот такой формат мне больше всего нравится. Вот так вот я примерно каждый раз делаю различные заставки. В большинстве своем я работаю в Paint, ребят. Paint — это, наверное, самая лучшая такая платформа, которая позволяет моментально создать заставку. Взял, к примеру, кадр из прошлого стрима, красивый. Добавил свой персонаж, добавил название, добавил файл каких-нибудь эффектов. Опять же, та же самая ятненочка. Я ее обожаю. Вообще, я наверное, в большинстве своих работ очень часто пользуюсь ятненкой и портретом. Это самые лучшие такие варианты, которые позволяют вам буквально качественно работать в этой программе. Единственное, что если вы будете делать стримы или видео в Paint'е, готовьтесь к тому, что у вас это все будет вылетать. По той простой причине, что программа Paint.net, она не терпит именно того, чтобы ее записывали. Она очень нетерпеливая. Но это, можно сказать, так сказать, даже прекрасно. Почему? Да все потому, что вы остаетесь с ней наедине. Я изначально, была у меня идея на канале записывать различные видео, как я делаю арт-заставки. И вот заставка к Little Nightmares, это, ну, неплохо показывает, почему я не делаю это. Но все-таки я решил все-таки сделать этот туториал, да. Понимаю, он вышел очень корявым. Это я прекрасно осознаю. Но надеюсь, все-таки он вам понравился и, по крайней мере, приоткрыл завесу того, как я делаю арт-заставки к своим видео. Конечно, это только минимальный набор моих навыков. Ну, то, что я показал. На самом деле, я иногда над заставками настолько сильно карплю, что приходится там с помощью, к примеру, опять же, того же самого ластика что-то подрезать, что-то вырезать, что-то подравнивать. То есть там намного больше работы. Но Little Nightmares показал именно ту часть, где я создаю новую позу персонажей. Это раз. Где работаю с ятненкой, работаю с цветом, работаю с шаблонными изображениями, показываю, как я использую Blender для рендеринга, как я использую его для увеличения базового изображения. Оно изначально было меньше, но я его увеличил в Blender и оставил его качественно. Что мы еще успели с вами увидеть за все это время? Мы еще успели увидеть над тем, как мы работаем, опять же, с различными положениями нашего персонажа, его тенями, то есть чтобы он смотрелся более естественно в картинке. И, конечно же, я показал, как делать базовый титул, то есть название игры, где вставлен заодно и ваш логотип. Я считаю, вот когда в названии игры вставлен ваш логотип, это самое лучшее, потому что в дальнейшем никто вашу арт-заставку просто не украдет. Ну, есть такие люди, которые вот берут арт-заставки и просто их переделывают под себя. Я не против, конечно, такого подхода, все-таки, если есть изображение, почему бы нет. Но я предпочитаю свои изображения делать меткой. Своей меткой, так говорится, чистая авторская работа. Да, я что-то использую как амаш, но в целом это чисто полноценная моя авторская работа. Вот такой вот примерно у меня стиль работы. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Ставим лайки обязательно. Поверьте, это кропотливая работа. Пишем комментарии, в которых задаю вопросы, если вам что-то интересует. Если вдруг я не отвечу на ваш комментарий в течение суток после его публикации, значит, скорее всего, YouTube его от меня скрыл. Поэтому лучше его можете удалить, старый, и записать по новой. Просто потому, что я не знаю, из-за чего YouTube удаляет ваш комментарий. Они как бы висят. Я проверял, спрашивал некоторых подписчиков, на чьи комментарии я никак не мог ответить. То есть я вижу, что какое-то оповещение, но комментариев нет. У меня.
И поэтому я к ним обращаюсь, спрашиваю, удаляли они или нет. И, как выясняется, комментарии висят, они их видят, но я их не вижу ни в творческой студии, нигде. Поэтому, если вдруг я не отвечу в течение суток, лучше удалите и повторно напишите этот комментарий. Если в следующее течение двух суток, в течение еще суток я не отвечу, тогда пишите в Дискорде и ВКонтакте. Кстати, ссылочки находятся в описании, прекрасный повод на них подписаться, опять же. Ну, а на сегодня с вами был Альберт Вескер, глава Umbrella Touch Incorporated. Сегодня у нас получается 7 число. Это был... На кнопку нажал. Это был мой краткий туториал о том, как делать арт-заставки к вашим игровым видео. Ну, точнее, один из способов. В большинстве своем я работаю в основном чисто в Paint, но Blender помогает создавать дополнительные элементы, которых раньше создать было невозможно. К примеру, позу моего Майнкрафт-персонажа. Это всегда необходимо, если хочешь его добавить. Я считаю, что ваш персонаж должен быть. Мой образ — это Альберт Вескер в майнкрафтской версии. И меня с ним очень часто сравнивают. Другой формат — это Доктор Эгба, но... Джим Керри, по-моему, будет ревновать меня. Поэтому я пока не буду его дергать. Так что, ребят, всем до скорой встречи. Надеюсь, туториал вам понравился. И всем пока. Еще увидимся.